Рад приветствовать вас в новом видеоуроке. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите полезные уроки. Сейчас мы разберем, как добавить грув, кач, пампинг, пульсацию, называйте как хотите, своему треку с помощью такой интересной сайдчейн компрессии. Давайте разберем на конкретном примере. У нас есть бочка, здесь все стандартно, прямой ритм. Ничего сверхъестественного. И я через Quick Sampler добавил самый обычный том. Низкочастотный такой low том. И сделал вот такой вот ритмический рисунок. Ритмический рисунок, к слову сказать, достаточно универсальный. Я вообще больше люблю работать через Pattern Ranging, если мы имеем дело с ритмическими какими-то, значит, элементами. И вот, допустим, такой рисунок, он абсолютно там стандартный и классический. Во второй его итерации я его немного изменил, то есть добавил больше разнообразия. Ну и давайте послушаем, как это звучит вместе с киком. Уже прикольно, достаточно стандартный ритмический рисунок, повторюсь. Его можно немного менять, например, можно было бы сделать вот так вот наоборот. То есть, в принципе, тоже допустимо. Но мы давайте оставим так, как оно было первоначально. Итак, что мы теперь делаем? Смотрите, мы добавляем на низкочастотный том реверберацию, но делаем это не просто добавляем в AudioFX, а делаем это через посыл, то есть через бас. Ну, здесь, я думаю, вы знаете, нажимаете сюда, бас, и выбираете свободный. Ну, у меня здесь уже выбран пятый. Я добавил так прилично эффекта, а именно реверберацию. Я взял самый обычный Space Designer, выбрал там какой-то пресет, буквально второй или третий по счету, и вот так вот это все звучит вместе. Уже интереснее, но как-то нету какого-то вот прям грува, кача, пульсации, и звучит как-то это немного грязновато. Что мы делаем? Мы берем и активируем компрессор. И делаем все это в режиме sidechain. Я думаю, вы знаете, как делать sidechain компрессию. Если нет, то на нашем YouTube-канале это все есть. То есть посмотрите, видео у нас про это имеется. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное — получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty — это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Здесь справа сверху мы выбираем наш кик, то есть чтобы в момент удара бочки у нас начинал работать компрессор. Здесь делаем простые настройки, то есть в принципе, чтобы звук он начинал компрессироваться после того, как происходит, значит, удар кика. Но весь фокус заключается в том, что вот этот компрессор, он воздействует только на реверберацию. То есть он не воздействует на сам том, он воздействует только на реверберацию. И вместе. Давайте я сделаю побольше ревера, чисто для того, чтобы вы лучше слышали результат, и я буду включать-выключать компрессор.
То есть происходит такой вот кач, пульсация. Дальше нам нужно, ну, настроить threshold, там, атаку, возможно, и так далее. То есть, в принципе, настройки сделать более точечными, чтобы вот поймать тот самый groove catch. И, естественно, это нужно все слушать в миксе. Но уже сейчас вы можете применять эту фишку при работе с не только ритмическими какими-то элементами, типа там томов или еще чего-то. Но, допустим, если у вас есть просто бас или даже мелодия какая-то, вы тоже можете применять эту фишку, и она очень круто будет работать. То есть ваша мелодия, она, во-первых, с одной стороны, будет достаточно читаемая, ну, как бы в принципе, да, но самое главное, она будет вот именно создавать вот эту пульсацию, такой грув-кач, это очень круто работает в такой более танцевальной электронной музыке. Поэтому на примере томов я показал, вы можете попробовать это на примере с басом, на примере с мелодии, с лидом, с чем угодно еще. Работает это очень круто, интересно, необычно. Так что пробуйте и добавляйте такой грув-кач своим трекам.